На восток США обрушился ураган Флоренс, которого с тревогой ждали всю неделю. В штате Северная Каролина менее чем за сутки выпало полметра осадков, а порывы ветра превышали 200 км в час. Под воду ушли первые этажи домов, и жители эвакуировали на лодках и вертолетах. На данный момент известно о 5 погибших. Из-за стихии почти 1 000 000 человек остались без электричества. Отменены более 1500 рейсов.